В одной из квартир на Строителей 6 выпивала компания. Один мужчина вышел в подъезд, обратно хозяин его не пускал. Собутыльник обиделся и начал барабанить в дверь на весь подъезд. Соседи вызвали полицию. Им хозяин квартиры дверь открыл, правда, с пинка. Железная дверь ударила одного из стражей правопорядка прямо в лицо. Сила удара была такой, что полицейский потерял сознание. И вот в этой истории разбирается суд. Полицейский и пинатель дверей снова увиделись. И это далеко не первая их встреча. Знают друг друга давно. Подсудимый завсегдатый в полицейском участке. На его счету десятки приводов за мелкие хулиганства и 6 судимостей. Последняя еще не погашена. Действовал умышленно, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, понимал, что применяет насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Подсудимый слушает обвинение, опустив голову. Согласен со всем, что ему вменяется. Обвинение вы слушали? Да. Понятно, да, понятно. Вину вы признаете? Да. Вы ничего не оспариваете? Раскаявшийся мужчина свой поступок объяснить так и не смог. За свои действия, совершенные сгоряча и подгорячительным, получил срок. Признать виновным совершенным преступлением предусмотрено участие 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначено наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Из зала суда он вышел уже в наручниках и с сумкой. В ней предметы личной гигиены. Их он взял с собой на процесс из дома. И, видимо, понимал, что вернется не скоро. Сказывается опыт, ведь это уже его 7-я судимость. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР.